Вы не можете меня просто уволить. Если бы не я, у вас бы вообще ничего не было. Что? Санта-Ида, вы еще пожалеете. Теперь настало ваше время, мои маленькие дружочки. Эти твари заплатят мне сполна. После того, как они меня кинули, я им покажу, что они не зря спонсировали мои эксперименты над мертвыми животными. Идите ко мне, мои маленькие. Что? Почему вы меня не слушаете? Нет! 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 Господи, как я устал. А кем я работаю? О боже мой, это же голуби-убийцы! О нет, это же голуби! О нет, голуби съели ребенка моей бывшей жены. Мне больше не придется платить элементы. О нет, голуби. Привет, мужики! Здорово! Меня зовут Илюшка. Альберт, еще раз. Асхат. Так, что скажешь? Такая тема, пацаны. Ну? Сеструха у меня есть, четверная. Так. Заболела она, серьезно, по полной. Чем? Да венеричка какая-то, ну не суть. Ну? Короче, клизмы нужно делать, зарубежные. Так. Много стоит. Так, и что? Ну, подкиньте, кто что может. Нет. Ты кто такой, чтоб тебе что-то давать вообще? Илюшка. Что сдалось-то? Альберт. Ладно, мужики, пошел я. Давай. Давай. Знаешь, я надеюсь, что тебя сейчас голуби нахер сожрут. Да. Иди оттуда. Тебя голуби сожрались. Козел несчастный. Че вы несете, пацаны? Я пошел. Пошел отсюда. Иди. Вот типичный попрошайка. Да. Вот такие всегда здесь подходят. И просят какую-то дичь, клизмы импортные. Бомж какой-то. Не, вот я таким всем желаю, чтобы голуби их сожрали нахер. Вообще. Чтобы заклевали до смерти. Да. Мне благо, вот, что ты, Асхаб, Альберт, вот мы друзья, и мы не ведемся на вот этот лохотрон. А что ты смеешься? Я не вижу ничего смешного. Мне наоборот вот грустно вот от такого. Ты вообще дурачок какой-то. Нет, какой-то больной. Действительно. Ну что, Асхаб, какие ваши планы теперь-то?
Поедем отдыхать. Привет! Здорово. Привет! Здорово. Что вы хотели? Меня зовут Илюшка. Привет, Илюшка, а меня Кирюшка. А я Алина. Здорово. Короче, тут такая тема приключилась. Так, слушаю внимательно. Приехал я сюда, значит, ну, сюда. Угу. Деньги кончились, понимаешь? Остался. Так. А дом там 500 тысяч километров до дома. Я, кажется, понял намек. И чувак, у меня... Ты хочешь от нас? У меня денег не хватает на обратную дорогу. Как думаете, может, вы мне подкиньте? Чувак, прости нас, таких денег точно нет. У нас самих таких денег нету. Мы люди со средним достатком, нам деньги очень нужны. Ладно, раз был пообщаться. Пошел я, Илюшка, в дорогу! Но давай, удачи тебе! Удачи. Что ему надо было вообще, деньги какие-то, ёпта, блин. Да, странный чувак какой-то, да. Денег особо нету. Сами бедные люди, да? Да, сами беднуем, блин, смотри, как беднуем вообще, прям. Да, на мели совсем. Нечего, студенты! Нечего даже одеть. Бежи отсюда! Ну и где, блин, Синтия и Дэвид? Я пришел сюда, а их тут нет. Договорились же встретиться прямо вот тут. Вот здесь вот. Или я раньше всех пришел? Да не, такого не бывает. Мне кажется, я догадываюсь, что произошло. Наверняка Синтия убежала вместе с этим чертовым банкиришкой. С Дэвидом. Нет, чтоб со мной убежать. Чем я хуже? На бизнес-тренинги всякие ходил, бизнес-молодость посещал, что там еще было. Было много чего. Всего и не вспомнить, к сожалению. Но факт остается фактом. Чем я хуже гребаного Дэвида? Не, а че, блин? Все выходные, что ли, теперь тут одному тусоваться? Замечательно, блин. Сиди теперь их и жди, блин. Даже позвонить не могли. Да и я не могу. Телефонов нет. Комары эти еще, блин, запарили. Сколько их тут? Миллионы, что ли? Птиц бы сюда побольше, чтобы переклевали их всех нахрен, и все.